Захотелось разнообразить свой ужин или обед? Тогда предлагаю узнать, как приготовить гречневую лапшу с говядиной. Получается вкусное и сочное блюдо с нотками азиатской кухни. Рекомендую. Лично я не очень люблю слишком пряные и соленые блюда, поэтому и тут, в гречневую лапшу с говядиной в домашних условиях я не добавляю ни соль, ни перец, ведь морковка и без того острая, а соевый соус соленый, так что и блюдо получается с достаточно сбалансированным вкусом, хотя, конечно же, дело ваше, никто вам не мешает разнообразить этот рецепт приготовления гречневой лапши с говядиной всяческими специями. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. 1. Для начала мясо режем небольшими кусочками и маринуем в соевом соусе и специях по вкусу. 2. Пока мясо маринуется, все овощи моем и нарезаем, как вам нравится, греем растительное масло и обжарим болгарский перец с брокколи. 3. Отвариваем лапшу. Как указано на упаковке, откинем на дуршлаг, а затем бросаем на сковороду с растительным маслом, сразу же добавим мясо с остатками маринада и морковку. 4. И вот, когда мясо уже подрумянится, добавим оставшийся соевый соус, томатную пасту, овощи со сковороды и на маленьком огне тушим блюдо до готовности. Ставим лайк и подписываемся. 5. И вот блюдо можно подавать. Приятного аппетита! Жду ваших лайков и комментариев. Необходимые ингредиенты. Говядина 500 грамм. Лапша гречневая 200 грамм. Соевый соус 80 миллилитров. Половина в маринад, половина в блюдо. Морковь по-корейски 1 по вкусу. Перец болгарский 0,5 штуки, брокколи 1 штука, томатная паста 1 столовая ложка, специи по вкусу, количество порций 5-6. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. До свидания, друзья.